Нас повсюду окружают герои. В фильмах, в книгах, даже в жизни. И на них смотришь, и тебе хочется брать пример. И мне хочется, чтобы моя жизнь была яркой, чтобы... То есть я все попробовал в жизни. И потому что она одна. И я хочу, чтобы, когда я состарюсь, если я состарюсь, чтобы я не жалел. Когда учащается у тебя сердцебиение, и ты чувствуешь адреналин, вот мне кажется, это жизнь. То, что тебя выводит из зоны комфорта, то, что для тебя необычное, опасное, мне кажется, это жизнь. Добрый вечер. С какими вы ощущениями смотрите на этот номер? Противоречивыми. В чем противоречие? Ну, я болею за сына, с одной стороны, но мне хотелось бы, чтобы все это закончилось... Чтобы он стал инженером, да? Где-нибудь в НИИ.